доброе утро. Мое утро начинается со стаканчика воды, рыбьего жира и льняного масла. Выехали с Сашенькой, съездили мы в Эдеку, купили ермочку с Климушкой, яблочный сок, маленькие бутылочки. И взяли маленькие соки с трубочкой. Сейчас поедем, нам надо в Нетто заехать, Саша хочет там купить хлеб. Мы были у друзей в гостях. Саше понравился очень хлеб. Напоминает заводского. Сашенька, скажи всем привет. Я его много до тогда. А я его весь съел там. Ну. Потом еще нам дедулька с бабушкой Олей подарили овощерезку. Ой, овощерезку. Хлеборезку. Овощерезку. Хлеборезку. Ну, да. Приезжай. Она ждет. Бабулька. Она ждет и поедет в итоге. Ну, подарили хлеборезку, будем испытывать. И еще подарили нам ножички, чтобы детки учились. Они на заказ доделали. Да, они заказывали эти ножи. Специально там отличные. Ну, острые. Такие сами для мяса, для всего. Да, чтобы дети учились пользоваться ножами. Ну, Климушка он сумеет пользоваться, а ермачок нет еще. Ермачка надо научить. А они по цветам хоть хорошо, у каждого свой будет. Но. Так что я все упиралась. Не хотела выходить сегодня с дома. У Саши нет, поехали. Он уже утром съездил на СТО. У него что-то лампочки этот. Когда ближний свет включал, то сзади стопори не работали. Они просто ярко горели. Я поехал, и там мне пацаны подсказали. Он говорит, а ты же не этот, лампочки, они же двухконтактные, их если неправильно, ну, поменяешь. Их надо было чуть-чуть по-другому переставить еще раз, и все. Короче, и контакты. Не все работает, поменяли, он не выкрутил, быстро сделал. Говорит, видишь, говорит, казалось бы, пустяк, а не работают стопори из-за вот такой вот маленькой фигни, то, что неправильно чуть-чуть их видит. Ну да. Я говорю, я как блондинка за рулем. Какие-то лампочки, из-за этого сегодня на работу не поехал, поехал туда. Потому что в 6 утра темно еще едешь, фары я не могу включить. Стопы сзади не работают. Пришлось ждать, пока посветлеет. Посветлело, поехал на СТО. Ну ничего, побили кофе там мне. Все, этот номер подвесил получше. А то он у меня сползал все время. У меня болтика не было, я говорю. Я говорю, видишь номер кривой? Они думали, что я специально сделал так, чтобы машину легче искать было. Если где запаркуешься. Говорит, выровнять, не выровнять, они думали еще тогда. Он вдруг специально сделал. Говорит, и спросить забыли. И вот я заскочил, значит, лампочек узнал, что вот это все сделали. И про номер, говорю, видишь, кривой. Он говорит, ну. Я говорю, у меня болтика такого нет специально. Другие есть, но они то или длинные, если резьба подходит, но длинные. Или же слишком широкий, не подходит. Он пошел, нашел все, раскрутил, разобрал, сделал все. Ну, я символически 2 евро дал, так и нужно. За то, что подсказал, в чем дело-то. А я уже думал, все, нахрен, проводка где замкнул, еще что-нибудь, уже все. Интернет весь проблазил. Оказывается, все проще. Ну, да. Ничего, посидели, кофе попили, ходили, поразговаривали. А я вчера сидела, учила билеты. Вот сегодня еще буду учить, так как уже скоро сдавать, 2 недельки и надо сдавать. Я все сидела, ну одну часть посидела, быстро сделала там, где вот все перекрестки, кто первый едет, кто кого пропускать надо, там все с детьми, что связано. Думаю, ты что такое? Думаю, как можно сидеть долго учить? Такая вот легкотня. Пока дело не коснулось технической стороны автомобиля, там, короче, вообще тьма тьмущая. Я уже, ну, давно же сдавала экзамены, давно учила. И как-то, не знаю,
я сейчас учу это, у меня через раз неправильно. Либо же там вот три варианта ответа. Правильно, галочку ставлю, что правильно, и все. А там еще второй вариант ответа, он тоже правильный. И получается, если я один раз поставила правильно, и второй галочку не поставила, уже неправильно. И вот сидишь, думаешь, елки, как я буду сдавать экзамен? Это вообще ужас. Так что вы, наверное, сейчас заметили, что видео выходит чуть-чуть пореже, потому что мы вот с Климушкой читаем, сейчас уже закончили вторую книжку читать. Пишем, математику пишем, и так пишем. Ермачок тоже, у него интерес появился, да, он сейчас пишет имена наши, ему надо что-то писать. Вот. Ну, а это как пишется, а это как пишется. В садике взял книжки, попросил, говорит, можно... Я, говорит, у вас книги возьму, тут это, в садике маленькая библиотека, да, у них сам есть. Сам пошел, попросил, воспитательница, говорит, я чуть не, говорит, не упала, говорит. Обычно Ермак вообще молчит, вообще ничего не говорит, сейчас хоть говорить начал на немецком. Говорит, а то, говорит, вообще молчал, сейчас хоть он начинает сам как-то что-то говорить, ну, потому что правильно в школе. Он эту школу ждет, я не знаю. Он с радостью идет в садик, когда знает, что ему надо будет идти в школу. Он прям радостный, счастливый, ему нравится в школе. Они там все в виде игры, учат сейчас буквы, потихоньку пишут. Ну, ему очень нравится. И домой приходит с настроением. А когда в этот день школы нет, то Ермак, он, ну, может, я не пойду? Ну, может, мы позвоним, скажем, что я заболел? Он вот так вот. Я говорю, нет, Ермачок, надо идти. Пока еще поля зеленые, да? Сейчас немножко вам покажу. Все убрали. Тут сахар. Немножко покажу вам дорожку. Но... Здесь все. Немножко покажу вам. Тоже так редко бывает. Да, это вот сахарная свекла. Скоро я здесь буду ездить. Да, Сашенька? Так будет. Ну, это тут так узко, вот я не знаю, как тут две машины могут разъехаться, как ты разъезжаешься с ним? Ты со своей стороны держишься, ближе к белой полосе, все. Но все равно, мне кажется, там вообще очень узко. Ну, я же здесь с грузовиками, с автобусами разъезжаюсь. Тебе проще. У тебя стаж большой, у меня стажа нет. Наберешь. Эфару. Конечно, ехать на велосипеде это очень далеко. Ничего, вон Саня ездит.
Ну да. Ну, я так далеко не смогу. То раз к нам дальше, потом еще дальше, да, еще 17 да. километров. Сила воли должна быть большая. Хлебушек. Ну, такого нет хлеба, который нам нужен, да? Нет. Приехали мы уже домой. Сейчас быстро покажу, что мы купили. Купили воду 19 центов за литр и 25 центов за тару. Далее купили мы апфельшоли, это яблочный сок такой, 39 центов стоит. Бутылочка и 25 центов за тару. Также купили это, мы в Этике покупали. Тоже апфельшоли, получается 11 центов за сок и сверху 25 центов за тару. Купили мы детям еще соки на палочках, вернее на с трубочками. Это получается у нас апельсиновый сок и 1 евро 39 центов. Дальше мы это купили мы мандарины, детям очень нравятся мандарины. Здесь 750 грамм, написано сладкие, стоит 2 евро 22 цента. Дальше купили вот такой вот хлеб, того хлеба не было, который Саша хотел, ну попробуем, что за этот хлеб, что это за хлеб. Также пришла ко мне посылочка, база, я еще ее не пробовала, надо будет попробовать как раз сегодня, думаю, переделать ногти. Так как уже ногти довольно хорошо отросли, это вчера вот я сидела, делать нечего было, подколупывала стразы. Тут где-то отколупала, где-то нет еще. Вот, ногти довольно уже сильно отросли, надо уже переделывать. И я чувствую, что вот этот ноготь у меня уже подломился сбоку. Это все мои ногти, кроме вот этого вот ногтя. Остальное все это мои ногти, не нарощенные, просто гелем сверху покрыты. И вот этот вот ноготь, он подломился. Не знаю, либо надо будет наращивать, либо надо будет его укреплять. Дальше купили мы панда пудинги 79 центов. Вот такие вот пудинги. Каждая 79. И вот тоже тикер пудинг. Такой вот, только желтенький. Уже вовсю продают, евро 69 стоит, это пряники, рождественские пряники. Уже вовсю их начали продавать, готовятся к Рождеству, к Новому году. Уже много где рождественские кульки стоят, на многих магазинах. Уже начали продавать. Вот я купила деткам такие пряники. Больше ничего мы не покупали. Сейчас побегу за Изабелькой и будем обедать. Такая вот машинка от Siemens. Нарезает хлеб кое-как. Нарезали Саша первый раз. Пытались и так, и так. Ну, в итоге кое-как, но нарезали. Уже под конец поняли, как его нарезать точно. Вот это я резала. Ну, все съестся. Теперь уже знаем, как нарезается хлеб. И будем пользоваться. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna go?